друзья, давайте попробуем закормиться. Уже солнышко встало. Ну, прикормка обычная, комбикорм. Добавлен жмых, добавлен ванилин. Попробуем. Да. Подъем. Хороший. Ну как бы крупнее должно быть 25 сантиметров. Сейчас легко пошло. Какая-то тяжесть чувствуется. Да, это больше 25.
И как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. Ну что ж, друзья, мы с вами опять на Селигере. И мы с вами, как всегда, на одном из 160 островов Селигера, который называется Журавка. На нем очень много стоянок. И вот одна из них, где мы с вами летом ловили на фидер, она выходит прямо на фарватер. И здесь прямой путь к Задубью и самым хорошим плесам. Глубина здесь нормальная, рыба клюет хорошо, бывает очень хорошо. И вот сейчас мы с вами отсюда поедем проверять наши постовухи. Я уже наловил живца, и живец у меня спрятан подо льдом. И как нужно сохранить живца надолго, и чтобы быстро его вытащить, вы узнаете позже. Ну что ж, друзья, сейчас я покажу, как я храню живца. Я могу не приезжать неделю, но если у меня наловлен живец, он находится здесь. Каждый его хранит по-своему. Я храню его так. Так. Вы берете проволочину, которой я проверяю свои жерлишки, и также вот просовываете и достаете вашу баклажечку с живцом. У меня это сделано под бур на 135. Две пластиковых бутылки, которые у каждого есть дома. Одна срезается чуть поменьше, другая срезается чуть побольше. И вы получаете вот такой вот замечательный контейнер. Вот здесь вот краешки обрезаете. Но чтобы только живец не проскочил, и здесь, и внизу подвязываете грузик. Вас не будет на водоеме неделю, две недели. Вы приехали, нашли своего живечка, достали и сразу же ставите жерлицы, сразу же ставите постовухи. Вам не надо ловить живца, понимаете? Это огромное дело. У вас поклевки с рассвета пойдут, а не с 12 часов. Так, размотано до конца. Положим багур по рядом. Ничего пока совсем. Тишина. Слава богу, хоть не груз и не в сеть. Хоть так-то. Хоть будет постовуха жива. А то замучился я. Рыбина размотает, заведет куда-то. Как раз вот в этих местах. Я тут одну уже снял. Где-то здесь стоял. Ничего пока. Пока мотаю. Мотаю. Рядышком все тут кладу, виток за витком, чтобы все хорошо потом сматывалось. Тишина. Тишина и покой. Так, мой поводочек пошел. Живечек. Так, не захотела. Флюрокарбон 0,6. Выплюнула. Размотана. Не до конца. С какой-то бородой. Сегодня у меня какие-то они все запутанные. Я, конечно, не часто хожу, проверяю.
каждый день. А что они стоят там подо льдом, стоят? Это же не жерлицы, которые вы поставили, а через 10 минут они замерзли, а через 3 часа их надо уже пишней отбивать. И вы думаете, а вот не пишней-то я леску свою не перебью. И как хирург ходишь вокруг своих жерличек, осторожно отбивая, а постовухи могут месяцами стоять. Ну, конечно, рыба только погибнет. Ничего пока не чувствую, пустая. Так, поводочек мой пошел. Так. Пожевал и выплюнула. Не захотела. Сматывал плохо. Плохо, когда вот так за веревку запутывается. Так, тяжесть небольшая. Она может бросить, а может и сама подсечься. Небольшая тяжесть есть, но это может быть живец. Сейчас ничего нету. Так, есть тяжесть небольшая. Да, так, брывочки такие легенькие. Легенькие. Так, вот тяжелее немножко. Так, плотва моя. Это могла быть плотва. Вот, вот, конечно, у меня тут здорово. Опа! Есть рывок. Слабину дал. Я думаю, сидит хорошо. Не сидит, так не сидит. Тоже, видите, стояла на 2-3 метра ото льда с грузиком. Тоже с грузиком. Как бы вот чувствуется сопротивление небольшое. Слушайте, не спасу, не знаю. Короче, будем делать операцию. А ищите щурята. Голодные. Склизкий, как щуренок. Тут вот не на желудке, он под жабрами как бы. Двойничок-то. Вот я как бы освободил двойничок. Желудок туда ушел. Крови пока не вижу. Ну что, ребята, это меньше 32 сантиметров. Отпустим маленькую щучку. Может быть, селигер мне даст хищника. Большого-большого. Ну,
пошел. Лунки его нету. Живой, наверное. Я же его так осторожненько. Осторожненько. Ладно. Размотано до конца, подпутавшись здесь опять. Пока ничего не чувствую. Вот небольшая тяжесть как бы есть, но это может быть живец. На леске болтается, на веревке. Thank you.
тишина, 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 тишина. Если не стоит под лункой и не ждет, когда рвануть. Так, мой поводочек пошел, мой живечек пошел, флюрокарбон 0,6, не захотела, 20 метров размотала. Маленькая вот такая плотвичка. Так, до конца, ребята, до конца. Пока ничего совсем, тишина, ни рывков, ни рыбины, ни живца. Тишина и покой. Не хочет. Совсем не хочет. Потихонечку сматываю. Хорошая постовуха, длинная. Очень удобно ее сматывать. Мой поводочек пошел, живечек пошел, флюрокарбон пошел 0,6. Не захотела. Глухозимье. Размоточка. Не до конца. Тут попутавши что-то.
нержавец, кажется. Рывков пока не чувствую. Ну как бы, может быть, и живец был большой. Может быть и так. Может быть и так. Так, точно не живец. Вот точно не живец. Так немножко уперлось как бы. Живец так не упирается. Все-таки хорошо, когда постовуха длинный металлопласт около 7 сантиметров. У меня есть коротенькие, но тяжело сматывать. А вот те, которые подлиннее, как бы полегче, вот виток за витком и 20 метров. Вот он мой живец. Надо с ним разобраться. Так, так, вот уперлось, уперлось, уперлось. Пока я живцом разбирался, она это самое решила со мной разобраться. Так, 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 так. Я сюда, она туда. Класс. Ну пока как бы так это самое я придерживаю, не делая сильное усилие, в любой момент готов отпустить ее. Мучаю. Мучаю. Так, мой поводок пошел. Вообще рядом. Это уже подо льдом. Пока не вижу ничего. Слушайте, опять мелкая. Опять мелкая. Ну 32, ну не знаю. Есть 32, нет 32. Но буду отпускать. Ну что это? Ну 15. Ну 30. Ну 33. Не, ребята, я с этого котлет не сделаю. Единственное, что... Не, ребята. Нет. Короче, желудки. Видите, вот. Вот. Я ничего не сделаю. Это в желудке. Я готов отпустить. Но это... Ну, желудок я порвал. Она не выживет. Так, размотана до конца. Пока ничего не чувствую. Легко идет. Ни живца, ни рыбы. Пока тишина. Пока тишина. Немножко потяжелее, но это похоже живец. Да, точно, живец. Живец. Мой грузик. С грузиком это значит, глубина была от льда 2,5-3. Так, что-то потяжелее пошло. Что-то вроде есть. Но пока так это... Как бы не рывки. Да-да-да. Да, вот рывок. Вот рывок. Тут надо не спешить. Вы будете сильно наматывать, а она в это время рванет.
Ну так, легко, легко пока. Чувствуется тяжесть небольшая. Она как бы идет потихонечку. Вот тут потяжелее. Багор положил на всякий случай. Потому что мало ли что. Рывочки такие небольшие. Уже постовуху наклоняем вниз. Так, уперлась. Уперлась. Обязательно держите вот эту веревку, на которой у вас подвязана ваша постовуха, натянутой. Пошла. Уперлась, я говорю. Иначе щука может запутаться за веревку. И тогда, пока вы отпутываете, рыбина уйдет. Моя... рядом, не форсирую, уже нафорсировался. Сразу какая загруз. Вижу под килишником. Не хочет заходить, вообще не хочет, совсем не хочет. На удонке стоит. Так. Так, за веревку зацепил. Я говорю, под килишник. Килишник с лишним, ребята. Килишник с лишним. Вот с такими червяками. Вот с такими, видите? Вся в червяках. Вся на дне там сидит. Жрать не хочет, вся в червяках. Ну что ж, друзья, вот и закончился еще один прекрасный день на селигере. Ну, сегодня размоток было много, но вот такую замечательную щучку удалось поймать, немного за килишник. Одного маленького щуренка я отпустил, потому что очень хорошо освободился двойничок. А вот этот заглотил очень глубоко в желудок, я желудок порвал, ну, может быть, 32 сантиметра, может быть, не 32 сантиметра, но все равно бы он там не выжил. И мне пришлось его взять с собой. Ну что ж, друзья, а с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Миробов и мой канал «Селигерский хуторок». До встречи, друзья, до встречи. До встречи на Селигере, на моем канале «Селигерский хуторок». И пусть вам повезет больше, чем мне.